Сегодня мы начинаем наш уход от компании Holy Land Cosmetics. Наша модель сегодня получит очень хороший результат по уходу, при том, что этот уход не будет шелушить лицо, он будет очень спокойный, адекватный, но результат будет на лицо сразу же после процедуры. Это первое посещение фактически пациента. Это очистка пор от загрязнений без применения инструмента. Называется такая процедура атравматическая очистка кожи. И сейчас многие пациенты на нее любят приходить, потому что она не требует абсолютно болезненных прикосновений, очень приятно, легкое пощипывание, покалывание от препаратов, ну и очень хороший, быстрый результат после процедуры. И после такой манипуляции можно сходить даже на свидание, то есть лицо будет прекрасно просто выглядеть. И, конечно же, первый этап мы начинаем с умывания. Точно так же мы рекомендуем пациенту это делать каждый вечер дома с помощью специального средства. У компании Holy Land огромный выбор косметических средств. В своей работе на сегодняшний день я использую Renew мыло. Серия очень мягкая, деликатная, идеально подходит для околоорбитальной зоны. И также пациентам я рекомендую использовать дома. И отличается очень большой экономичностью. Сегодня мы будем применять альфа-гидроксильные кислоты, очень бережный поверхностный пилинг. В домашних условиях альфа-гидрокислоты я иногда назначаю для клиентов, которые живут где-то за пределами нашей родины или по каким-то причинам не могут приходить ко мне в кабинет. Поэтому в салоне я применяю 12% альфа-гидрокислот, а домой я выдаю 8%. Это домашний уход. В компании Holy Land есть великолепная программа и называется «Салон на дому». И она расписывается грамотным косметологом и дома выполняется пациентом. А мы начинаем предподготовку. И с помощью специального лосьона, как и в предыдущей серии, мы подготавливаем кожу к нанесению кислот. Кислоты – это очень уникальная смесь ингредиентов, которые, конечно же, производятся из натуральных фруктов. Это и виноград, и яблоко, это и цитрусы. Вот. И всевозможные комбинации химиков, которые создали такие продукты для женщин. И мы можем получать замечательный результат по осветлению кожи, по решению воспалительных элементов. Они гораздо уменьшаются, сокращают поры, подтягивают излишек тканей, если есть перерастяжение. Вот. И вот такой вот приблизительно тубус, это идет для работы косметолога, а для домашнего применения другой объем и другая концентрация. Кислоты пощипывают при нанесении, но буквально через 2-3 минуточки уходит абсолютно вот это ощущение. Но эффект после пилинга всегда очень нравится пациентам, потому что лицо очень подтянутое, гладкое, в течение нескольких дней оно идеально выглядит. Многие клиенты не знают о том, что в кабинете у косметолога можно не только инструментально делать чистку лица, но с помощью вот таких растворов мы можем очень тщательно очищать эпидермис от кожных загрязнений. По истечении времени мы смываем данный вид пилинга. И наша задача теперь состоит в том, чтобы восстановить кожу после химического пилинга. Мы сегодня будем применять молочный пилинг. Это один из лучших ферментных пилингов, который я вообще когда-либо пробовала. И я никогда от него не откажусь. Называется он лактолан. Его также рекомендуют давать пациентам домой. И раз в неделю можно применять разными способами. Своим клиентам я рекомендую, у кого есть баня, нанести этот вид пилинга и 5-10 минут побыть в баньке, чтобы была влажность. Он любит влагу. Сегодня мы нанесем этот пилинг мануально, и я влажными руками хорошенечко проэмульгирую, и этого будет достаточно. Очень люблю новые банки, сейчас как раз сезон, и все это мы открываем. Каждую неделю мы покупаем новую продукцию, и вот так вот выглядят все профессиональные емкости. Для домашнего использования, конечно же, применяются маленькие объемы, они стерильно упакованы, и уже пациенту мы выдаем. Он очень вкусный, очень приятный по запаху и, конечно, действенный. Вот поэтому клиенты, хоть один раз попробовав компанию Holy Land, никогда не забудут запах молочного пилинга, который называется лактолан. Вот. И мы хорошенечко проэмульгируем на поверхности. Иногда мы можем оставить в виде маски, иногда мы можем под компресс применить. Но сегодня мы проработаем с помощью массажных движений, влажными ручками и хорошенечко успокоим, насытим кожу и дадим возможность успокоиться после химического пилинга. Обязательно всегда быть на связи со своим косметологом. После пилингов могут возникать разные реакции. Человек может неправильно истолковать их, выполнить что-то дома, например,
содрать корочки, если они будут у него, либо потереть мочалкой лицо, либо очень махровым плотным полотенцем потереть лицо. То есть вот это делать никак нельзя. Поэтому после пилинга очень важно соблюдать определенные условия. Не загорать, не сидеть в бане в горячей, не наносить дома никаких скрабов до прихода следующего к косметологу. Мы приступаем к следующему этапу. Смываем молочный пилинг. Здесь процедуры более длительные для пациента, чем, допустим, в других есть компаниях. Мы нанесли и отправили пациента домой. Здесь нам нужно немножечко более длительно поработать с ним. Иногда такие процедуры могут длиться от 60 минут до 2 часов, в зависимости, сколько разных пилингов, сколько экспозиций будет выдерживаться растворы, наносимые для пациента. Но результат будет просто ошеломляющий. Человек на глазах светлеет, свежеет, кожа играет новыми красками. И, конечно, дома будет ощущаться чувство лифтинга. Уже меняется текстура кожи, даже у нас на процедуры кожа светлеет, она становится очень гладкая после того, как мы смыли два пилинга сегодня, и химический, и ферментный. Вот. Очень важный этап, конечно же, идет на восстановление кожи. Поэтому мы сейчас применим в данном случае еще один вид лосьона. Он имеет голубую текстуру, называется азулен. Этот лосьон, я никогда с ним не расстаюсь, он всегда у меня в арсенале. Мы его можем применять для того, чтобы очень хорошо успокоить поверхность и подготовить к нанесению специального геля. Сейчас я покажу. Это гель уникальный. Его составная часть – гиалуроновая кислота и большое содержание алоэ. Этот препарат нам очень важен и нужен для того, чтобы восстановить кожу. И также я его выдаю обязательно домой для пациента, чтобы он восстановился в течение где-то недели, утром и вечером поприменял его. Также его очень любят мужчины. Этот препарат хорошо снимает раздражение после бритья и не жжет, потому что обычно какие-то спиртовые основы у мужчин, вот, а этот препарат не жжет, но он максимально успокаивает кожу и предотвращает подсыпание после бритья. Вот. А женщины применяют с целью успокоения, увлажнения. И здесь мы можем промассировать, сделать массаж уже по времени, сколько позволяет нам клиент, сколько он может находиться у нас. Вот, препарат хорошенечко скользит. Вот, поэтому мы можем всячески сделать хороший такой вот лимфодренаж, отток для клиента. И этот препарат при застывании даст очень хорошую лифтинговую пленочку. Следующий этап, который мы будем применять после того, как мы восстановили поверхность, это, конечно же, маска. Маску мы сегодня возьмем на осветление, выравнивание тона. Она одна из новых сегодня. Маска называется Dermalite. Имеет кремообразную текстуру и для пациента понравится, потому что эта маска будет тоже наноситься массажными движениями. И чем больше мы будем впитывать, тем больше мы получим результат. Ровно через 7 дней мы пригласим нашу модель для того, чтобы применить уже пилинг более глубокой концентрации. Ее кожа будет готова к этому. И тогда наши встречи перейдут раз в 2 недели. Мы будем уже делать пилинги и составим для нее специальный протокол. Что хорошо для работы косметолога и для клиента именно при работе с компанией Holy Land? Я могу работать, как вы видите, и с шеей, и декольте, и с лицом. Если, например, по компании Сисдерма, которую ранее я показывала в своих видео, мы работаем отдельно сегодня лицо, а через несколько дней приглашаем шею, декольте, то здесь мы можем работать со всей поверхностью и с околоорбитальной зоной тоже включительно. Вот. Ценовая категория от этого не меняется, поэтому здесь получается очень приемлемая цена для клиента, и он как бы в одной процедуре осуществляет уход за двумя такими вот объемными зонами. Это тоже немаловажно в наше время. Вот. Для меня Holy Land значит очень много. Это первая базовая линия, с которой я уже работаю около 16 лет. Мой стаж работы 20 лет, и вот 16 как бы моя любовь к Holy Land, она не уходит. Добро пожаловать, приходите к нам. А наша модель сегодня получит массу красивых, положительных, я надеюсь, эмоций и очень хороший результат. До новых встреч!